Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня хочу приготовить обалденную баранину в обалденном винно-апельсиново-лимонном соусе. Сам по себе рецепт простой, его можно спокойно приготовить на обычной плите и в духовке, но сегодня такой замечательный денек выдался, я решил выбраться на улицу. Пока угли разгораются, нарубленную крупную баранину надо приправить солью и перцем. И нарубить овощей. Понадобится стандартная смесь: морковь, лук, сельдерей, стебли сельдерея, чеснок, много чеснока. Масло растительное надо разогреть. И в разогретом быстро подрумянить мясо. До готовности доводить не стоит. Если на кусках есть жирок, то, конечно, жирком вниз масло кладу. Просто румяним снаружи. Все это затевается ради вкуса такой поджаристой корочки. Сначала у нас все обжаривается, а затем будет тушиться в вине, в печи. Кстати, как у нас там дела? Все нормально. Пора мясо отложить в сторонку на время. А в этой же посудине обжариваю овощи. Но сейчас здесь слишком много масло. Здесь то масло, которое добавлял, и тот жир, который вытапливался из баранины. Поэтому его надо отлить. Я прямо сюда же под угли отолью. Оставить нужно ложки 2-3, не больше. Будет классно. Еще понадобится бульон, любой, какой найдете, овощной, мясной, костяной, куриный, любой, абсолютно неважно, только рыбы не добавляйте. Но у меня всегда в морозильнике лежит замороженный, его можно прям в виде ледышки сюда бросить, ну а можно разморозить. К овощам уже можно добавить протертых консервированных томатов. Еще пару минут, слегка обжарится, потеряет и вкус сырых, и можно будет вливать вино красное. Сухое. Пора.
сразу же приготовлю гремоладу. Это такая очень ароматная заправка из петрушки, чеснока, цедры лимона и апельсина и соли. Ободранные цитрусы не пропадут, не переживайте. Их сок также в дело пойдет. Апельсины мне достались без косточек. Отличные просто. А с лимоном так не получится. Видите, косточки. Придется через руку. Буквально еще 1-2 минуты выварится алкоголь. И может быть добавлять бульон. Как я уже говорил, можно в виде ледышки класть, если у нас замороженный. Можно предварительно растопить. Ну, надо дождаться, когда закипит. И насладиться моментом. Добавить черный перец, соль, сахар обязательно, потому что овощи недостаточно, им не дадут сладости. Прям вот так вот, наверное, чайную ложку можно, наверное, полторы. Розмарин. И немножко тимьяна. Ну, розмарин обязательно, потому что баранина без розмарина это немыслимо совершенно. Тимьяна совсем чуть-чуть. Вот так вот. Это по желанию. Можно сухие использовать травы, не обязательно свежие. И теперь можно возвращать в чугунок мясо. Накрываем крышкой и убираем в печь. Температура запекания примерно 180-200 градусов. Время запекания зависит от мяса. Молодому барашку хватит минут 40-50, старый и полтора часа в печке может провести. Готово тогда, когда мясо легко отделяется от костей. У меня барашек молодой, готовится быстро, так что можно сразу и овощи для гарнира в печку отправлять. Это относительно мелкая картошка. Сорт такой, что шкурка очень тонкая. Не знаю, как называется сорт, просто такую всегда беру в магазине. Можно даже не чистить. Морковь, опять же, и лук. Лучше, конечно, если это будет шалот, ну или, по крайней мере, сладкий салатный. Ну и такой тоже годится, он тоже станет сладким. Просто рублю его на четвертинки и все. Соль. Оливковое масло из баклажки. И розмаринчика немножко. И тимьяна побольше. Тимьян с картошкой будет очень хорош. И накрыть фольгой. И тоже в печь. Все. Встретимся с вами на пробе. Так, ну начну я, конечно, с мяса. Чтобы было понятно, вот это мясо, смотрите, как оно отделяется. Нож-то здесь не нужен. Оно вон разваливается все на куски. Видите? И вот с косточки все отвалилось. Нежнятина, пропитанная вот этим обалденным соусом. Вот она. Прелесть какая. Так, ну начну я с кусочка мяса. Кусочка мяса с гремоладой. Ароматный. Вот совершенно чудесный запах. Вот эта гремолада, вот эта вот посыпка из травы и цедры, она совершенно обалденная. Она дает очень классный такой цитрусовый аромат. На фоне зелени, на фоне чесночка. Просто прекрасно. Баранина нежнятина. Вы видели? Она сваливается с костей. Она нежная, соус яркий, винный.
Так, ну и кусок картошки. Подпеченные. С лучком, со сладким запеченным. Вот такой вот набор. Нет, наверное, слишком большая порция, ну, нужно отрезать половинку хотя бы. Так. И с лучком. Очень люблю такой запеченный лук. Слушайте, когда запекаешь картошку и добавляешь, вот особенно свежую траву, вот розмарин, тимьян, они начинают свои вот эти эфирные масла при нагреве очень интенсивно выделять в атмосферу, в которой запекаешь. А здесь все еще находится у нас под фольгой. Поэтому под фольгой получается совершенно классное эфирное облако, которое пропитывает эту картошку совершенно сумасшедшими вкусами и ароматами. Так что, друзья мои, готовьте. А, еще и морковка такая же. С этими же классными ароматами. За счет запекания сахара в них сконцентрировались. Классно и здорово. И, конечно, этот великолепный соус, который получается при тушении баранины. Можно приготовить в обычной духовке. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. Лучшего мяска.